Всем доброе утро. Хотя уже ближе к полудню. Сегодня предлагаю прогуляться по центру после новогоднего Лазыска. То есть сам факт уже свершился, Новый год наступил. Туристы пока еще не разъехались, поэтому посмотрим, что да как у нас дела обстоят на улицах Лазаревского. Здесь в районе улицы Лазарева шумно достаточно. Но мы видим, что на противоположной стороне туристы все-таки гуляют. Здесь не знаю, может местные, может туристы. Погодка, я вам скажу, не очень. Я на всякий случай напялил на себя капюшончик. Пусть сейчас я буду выглядеть прибамбахнуто, но ну что делать. Вот тут тепло. Не так давно. В конце 2021 прогуливались мы по этой улочке . Захаживали на улицу Социалистическую, а сейчас просто погуляем, посмотрим. Одежда изо льна не пошла, покупателей мало. В сквере точат булочки и нормально так точат. Лазаревская ярмарка. Ну, в принципе, может быть даже актуально. Сейчас наверняка понадобится кому-нибудь теплая одежда. Там в основном шмотки, поэтому даже мне не интересно туда идти. Пойдемте к елочке, к шишечке. Посмотрим, гуляет ли народ или нет. А если гуляет, то обратите внимание, как одет. Так же, как и я. Как говорится, по-теплому. Мед, кстати, там цветы. Пожениться тоже, кстати, можно. До сих пор еще автомат работает. Дневные часы, елка не такая красивая. Ну, в принципе, симпатичненькая. Шишка тоже немножечко утратила свой боевой раскрас. Мороженое, точнее, коктейль с мороженым не хочется даже. Хочу показать вам этих Дедов Морозов. Вечерние часы, они светятся красивенько. Ну и днем, в принципе, тоже глаз радуют. Вот такие вот. Хотя наверняка мне правильно подметили, что все-таки это не Деда Мороза, а больше Санта-Клауса. Шляпки у них не тех. Но эти, может быть, и похожи. Едут, кстати, на самокатах. Можно встать на самокат, вот, пристроиться и сфотографироваться. Это там тем, кто не знает, вдруг мало ли. Ну, на сей момент туристы, судя по всему, есть, но их мало. Может быть, спят. Сейчас посмотрим, сколько времени в Москве и пригородах. 12 час, ну, в принципе, пора просыпаться, но солнышка нету. Видимо, не так интересно. Температура воздуха плюс 5, согласно цифровому табло на магазинчике Валентина. Наверное, все туристы около моря. Мелкие гоняют голубей, кормят и гоняют одновременно. И голубям это тоже нравится. Видите, скопление. Ну, а мы чуточку опять же пойдем под уже новогодние улицы Победы. Было, я почему сюда пришел, в комментариях было написано, как там на Победе. Интересно посмотреть. Вот, немноголюдно. Кино идет «Последний богатырь». И все-таки действительно это Санта-Клаус, а не Дед Мороз. С саксофоном здесь стоит какой-то Билл Клинтон. Вот он. Не наш, точно, это не наш. Пойдемте немножко прогуляемся. Улица Лазаревского все-таки скорее пусты, чем полны.
Еще одно кафе «Сплетни». Зайдите, здесь очень хороший кофе. Настоятельно рекомендую вам, любителям и ценителям. Блюдо на мангале, греческие сувлаки, требуются повары, заходить только в маске. Спит народ, спит все-таки. Если было бы солнышко, было бы, наверное, больше прогуливающихся. Хотя, возможно, основные гуляния сейчас происходят в районе пляжа. Даже не знаю, что я сюда пришел. Тут как-то так немноголюдно. Наверное, будем закругляться. В прямом смысле этого слова пойдем на круг. Или дойти до... Нет, все-таки давайте дойдем до улицы Лазарева, ну там в районе станции Лазаревская. Посмотрим, что там. И тогда уже потопаю обратно к автомобилю. Мы поедем куда-нибудь дальше, посмотрим. Может быть, даже на Москву звезду. Не знаю, еще не придумал. Накануне Нового года мы практически всю Лазаревскую прогуляли. Прогулялись, прошли. Даже этот заборчик показывал. Его еще как бы не установили, он такой вот в разобранном виде. Точнее, не в собранном, но не закрепленном. Ну, видимо, после Нового года. Что-то мне пикает телефон, но это просто пикает. Стрижный пикинес. Это... По улице почему-то текут лужи. Откуда лужи, не пойму. Вроде бы дождей-то уже сутки как нет. Должно все вытечь. Во. Ладно, пойдемте по этой стороне. Хотел было свернуть. Шокировать на Новый год вас ценовой политикой недвижимости не буду. А вот это, наверное, туристы, видите, приехали только в составной вокзал с чемоданчиком. Хотя, кто его знает, может быть, народ возвращается откуда-нибудь из Москвы. Встретили там Новый год и приехали обратно. Вот такая вот улица Победы после Нового года. Не первого числа, естественно. Ох, не слышали птички? Да, чирикают, зовут весну. Хотя еще январь, февраль, еще для нашего региона, это, наверное, февраль-март, я уже говорил неоднократно, такие самые-самые месяцы. Больше похожие на зиму. Даже снег в декабре для меня лично был тут чем-то не тем. Не ожидал я его никак увидеть. Музыкальные пацаны поехали. Ну, а мы сейчас с вами свернем на переулок Привокзальный. И подойдем к станции Лазаревская, посмотрим, что там, как там дела обстоят, и будем менять место дислокации. Такси. Вот так вот на всякий случай написали на автомобиле, мало ли не узнаете в нем такси. Что-то мне кажется, что там в районе Победы 153, народу выходит больше. Я не знаю, может, я, конечно, ошибаюсь.
Но там вот такие толпы. Ну ничего, мы сейчас, может быть, съездим в те края. Ну, сначала мне надо забрать машину. На горизонте уже видна станция Лазаревская. Елочка. Ну, там где-то в районе вокзала и закончим наше путешествие. Сержант выясняет. Кого-то ждут. Что-то как-то разбираются. Некоторые торговые точки уже открылись. Я имею в виду сувенирку. Вот видите, вот напротив. Под медтехникой. Ну а прямо перед нами станция Лазаревская. Загадочным образом стоящие автомобили. Видите, прямо перед пешеходным переходом на повороте. То есть, а тут движение одностороннее. То есть я оттуда если еду со стороны центра, вот здесь вот должен повернуть направо. Ну, тут поворачиваешь и утыкаешься вот в этот автомобиль. Видите? В общем, это Лазаревская. Транспорт понемногу. Ну а температура воздуха прогрелась до 7 градусов. Теплая одежда, пожалуйста, тут же продается. Ну а я буду возвращаться к своему автомобилю. Он у меня стоит там в районе бани. Думаю, что здесь, наверное, смысла уже снимать большого нет. Прежде всего, потому что шумно. А во-вторых, банк ВТБ переехал. Теперь мы не будем сюда так часто ездить. Гасить кредиты. Вот, даже постпраздничные дни сотрудники вот этих дорожных служб подметают, вымывают и при этом друг друга себя фотографируют. Смотрите, один метет, другой его фотографирует на телефончик. Вот как бывает. Мол, смотрите, мы работаем. Убираем не просто так. Убираю с дороги и закидываю туда в кусты прям. Хорошая уборка. Ну, пройти можно будет уже. Ладно, ребят, всем пока. До следующего ролика. Пойду уже. Точнее, поедем куда-нибудь дальше.